Тишина, пишем. Всем привет! Вы смотрите AM Television, проект «История начинающих звезд» с Евгением Лопатиным. Сегодня у нас в гостях мега популярная группа, которая недавно появилась у нас в Уфе и уже бомбит многие площадки и фотопроекты. Музыкальный проект Fashion Girls. Девчонки, привет! Как дела? Как настроение? Отлично, да, все хорошо, замечательно, погода радует. Как давно вы появились? Откуда вы? Мы как бы начали только недавно, скажем так, да? Алло, может, ты скажешь? Да, мы съездили... Дополняйте, конечно, не стесняйтесь. Да, съездили в такой замечательный тур в Крым, который организовал JL Models и студия IL Production. Там именно мы все познакомились, и на фотосессиях, получается, различных показах, вот, мы... Ну, собственно, там возникла идея, да, организовать группу, а именно фэшн, потому что как бы вот нас сблизили вот эти вот показы, фотосессии, фотопроекты, поэтому как бы пришла в голову идея названия Fashion Girls, вот, и, собственно, ну, как бы решили начать продвигаться в этом направлении. Вы вообще удивлены, что вы оказались сегодня здесь, в студии телеканала AM Television? Ну, это всегда, конечно, удивляет. Вообще очень так неожиданно все начало так резко, как-то на голову свалилось. Вот. Но, наверное, это ждет всех начинающих звезд, и все начинающие звезды через это проходят. Вот. Маш. Добавь что-нибудь. Да. Для меня это было неожиданностью, но приятной неожиданностью. Я была очень рада, что нас позвали. О нас узнают люди, мы станем популярными. Уже берут автографы? Да, мы проходим по улице, когда втроем ходим, у нас берут автографы, фотографируются. Да. Маша у нас самая младшая участница проекта, поэтому да. Ей, наверное, все это как бы для нее более так ярко, более волшебно, сказочно. Вот. Но нас тоже, конечно, это все радует, то, что люди узнавать уже начали, то, что все такое насыщенное позитивом, музыкой, фэшеном. То есть все это как бы только радует. Как думаете, много ли у вас фанатов? Ну, уже есть, да, уже, да, в принципе, есть. Просят фотографироваться уже, подходят. Пишут, добавляются в друзья, то есть постоянно, каждый день заходишь там ВКонтакте, в соцсети, там постоянно там куча да, заявок уже. Все спрашивают, когда же выступление. Состоится да, выступление, наша, скажем так, презентация нашей группы. Вот, но мы как бы готовимся пока. Сколько времени у вас уходит вот на это творчество, чтобы заниматься проектом? Немало. Да, то есть вы же, наверное, много. Еще учитесь, работаете где-то там? Да, нам приходится как-то еще совмещать, да, чтобы всем подходило время, чтобы всем удобно было. Угу. А когда выступаете, где-то участвуете в фотопроектах, есть ли у вас свои стилисты? Как вы одеваетесь? Сами на импровизе или кто-то, да, что-то, конечно, советует? Думаю, каждому начинающей звездочке нужен стилист, чтобы он направил на истинный путь, показал, как нужно, как правильно. Угу. Ну, работаем, да, в этом направлении тоже. Вот, кстати, в каком направлении вы работаете? Что мы увидим на сценах, на площадках города? Ну, мы пока не будем выдавать своих секретов, потому что, как бы, пусть это будет интрига, останется для зрителей наших, немножко такую интригу мы оставим. Вот. Но мы скажем о том, что мы готовимся, мы записываем треки, собираемся, ну, как бы, показать себя во всей своей красе. Угу. Вот, и увидите все сами. Вначале, вроде, вы сказали о поездке в Крым, да? Да. Я же пропустил эту. Да. Что там делали-то в Крыму? Мы туда ездили вообще как бы на фотопроект от модельного агентства JL Models. Ага. Вот, мы туда съездили, приняли участие в различных там фотосессиях, съемках клипов и так далее. Ну и вот как бы с этого все и началось. Нас там заметили, и мы сами тоже как бы решили двигаться в этом направлении, именно попробовать себя в музыкальной сфере тоже. То есть совместить немножко там фэшн с музыкой, то есть что-то такое совместное сделать. Считаете ли вы себя звездой? Это спонтанный вопрос, но мы, конечно, рады. Извини, перебью. У нас как-то сидел Сергей Зверев на интервью в «Светской хронике». Даже ему такой вопрос задали. Он говорит, я себя звездой не считаю. Он говорит, звезды на небе. Я наоборот считаю, что каждый человек должен себя считать звездой, на самом деле. Потому что каждый человек в чем-то проявляет себя. То есть у каждого есть свои таланты, у кого-то есть скрытые таланты, да, как, возможно, вот у нас там.
Вот, и человек должен в течение жизни реализовывать эти свои таланты, показать себя, как бы проявить эти таланты все. Поэтому каждый человек смело может назвать себя звездой, в принципе. Ну, мое мнение такое. Я не знаю, девочка, согласна с вами? Да, конечно. Впереди у вас что еще планируется по проекту? Ну, много всяких выступлений, да, конечно же, на фотосессии. Ну, уже есть, да, уже есть предложение, уже так, ну, как бы составляется программа с 1 сентября, начинает, то есть уже есть какие-то предложения, выступления, мы готовимся, ждем. Дорогие телезрители, поклонники и фанаты, проект стартует, напоминаю, вот сказала Снежана, с 1 сентября, да, так, да, что не пропустите их презентацию клипов или номеров выступлений на ближайших площадках города. Так, ну и что ж, продолжим дальше наше интервью. Трам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Друзья, мы пишем одним файлом, так что... Евгений Лопатин, закончились вопросы. Может быть, мы у него теперь спросим. Да нет, вопросов было много. А, я же хотел спросить про соцсети. Про соцсети. Вот как вы... С помощью чего вы больше распространяете рекламу? Ну, соцсети в первую очередь, конечно. То есть как бы в любом... Наверное, в любом деле соцсеть – это самое первое, что помогает добиться каких-то результатов. То есть это самая та реклама, которая именно работает. В наше время, в нашем современном мире соцсети – это вот самое, как бы, на первом месте. Вот дальше уже идут там какие-то другие варианты, там печатные издания, полиграфия, флаеры и так далее, визитки. Mm-hmm. Вот. Наверное, так. Ну что ж, напоследок можно пожелание поклонникам, всем фанатам. Пожелание. Начинающим, ну, звездам. Давайте, да, наш Маша, проект как самая младшая наша участница. История начинающих, всегда, звезд у нас проект. Так свои что... сначала скажет. Я хочу пожелать нашим фанатам, конечно же, позитива и хорошего настроения, чтобы они с хорошим настроением приходили к нам на концерт 1 сентября и радовались жизни. Алена? Ну, конечно же, чтобы... следили за нашими новостями, поддерживали нас, потому что нам очень важна ваша поддержка. Мы именно для вас поем, танцуем, фотографируемся, принимаем участие в различных проектах, чтобы радовать вас, доставлять вам удовольствие от такой красоты. Снежана? Ну, я хочу как бы добавить то, что... чтобы все не боялись идти тоже на какие-то предложения, которые им жизнь вообще подкидывает, да, может быть, какие-то даже сумасшедшие идеи, потому что... Ты книжек насчиталась, да? Ну да, есть немножко. Ну, как бы, потому что все, что вам жизнь дает в этой жизни, нужно принимать с благодарностью, так же, как и мы принимаем наш вот этот вот проект, наше начало нашей деятельности, поэтому следите за нашими новостями, за нашим продвижением, концертами, проектами. Мы будем рады, все для вас, дорогие наши телезрители, зрители, фанаты. Ну что ж, отлично сказано. И все-таки еще хотелось бы узнать, у вас есть какие-нибудь кумиры? Может, под кого-то вы копировались бы? Нет, не знаю, мы хотим организовать... Фанатели от кого-то? Нет, мы вот именно хотели создать свой идеал, мы все к этому стремимся, чтобы суметь показать себя. Друзья, кстати, напоминаю, официальная группа ВКонтакте, так и называется, Fashion Girls, музыкальный проект. Ищите, добавляйтесь в друзья, ищите в Инстаграм. Вся информация будет только там, в группе в соцсетях. Да, ждем вас, дорогие друзья. С вами была группа Fashion Girls, история начинающих звезд, Виджей Лопатин, я хотел сказать. До новых встреч, увидимся на телеканале M-Television и на больших площадках города. Пока! Любим вас! Пока. Сидите, сидите. Что это было? Кошмар. Чем мы наговорили? Снежана такая бла-бла-бла-бла-бла. Я как всегда, и все не в тему. Андрюша в шоке вообще постоял все эти 12 минут, такой глядя на нас. Слушай, это не репетиция уже была, это съемки. Может, репетиция это была? Блин, может, да, это давайте репетиция? Это репетиция, пожалуйста. Да, репетиция, да, ты что, я же не повторюсь. Да, вначале я там так облажалась вообще. Да нет, все хорошо было. А, меня спешу. Вначале такая тишина была вообще. А надо, и я забыла, что хотела сказать, как Алёна может сказать. Я такая в шоке, не понимаю. Я забыла, у меня слова кончились, вообще все из головы вылетело. Я такая сижу, Алёна. А я все продолжаю писать.
Ну ты молодец, что? Андрюш, ты в шоке?